коллеги, друзья, сочувствующие, сопутствующие, соратники, братья, собратья по оружию музыкальному и все, кто не может без музыки. Ну, без музыки не могут все, а не лишь кто, как говорил один знаменитый персонаж. Поэтому это уже доказано, всем известно, у каждого музыка своя, все любят какое-то свое направление. Но там, где родился, вырос, корни, конечно, музыкальные, нужно обязательно знать, потому что время скоротечно. Мы с малышами 4 года назад занимались с одними, сегодня это уже не малыши, а многие поменяли статус уже, стали студентами. Скоро, вот глядишь, лет через там 8-10, через 80-то понятно все, кем станут пенсионерами. И сами профессорами, доцентами, учителями, а через 8-10 станут сами родителями, у всех появятся свои дети, будут, я думаю, общаться с детьми своих друзей и своего окружения. И вот там-то, конечно, нужно будет своему ребенку всегда что-то передать, что-то подсказать, обратить на что-то внимание, чтобы нести в себе с гордостью все то богатство музыкальное, литературное, дальше, поколением дальше. Потому что жить мы все собрались, каждый из нас лет до 130 в здравии и в здравом уме. Ну а вообще-то жить мы собрались вечно. Нам надо так настроиться, что это никогда не кончится. И поэтому передавать и передавать эту искру из рук в руки, чтобы она никогда не гасла. Сегодня перед вами выступит многоликая домра. Ну, инструмент, как вы сами называете, просто домра, домра трехструнная. Но в таких многоликих жанрах предстанет перед вами и в танцевальном, и в импровизационном, и в песенном. И я желаю вам приятных впечатлений от музыки, которую вы услышите, может быть, уже знакомую, а может быть, с чем-то новым, красивым познакомитесь. На сцене преподаватель творческой школы «Поиграем», доцент Новосибирской консерватории, преподаватель Новосибирского колледжа культуры и искусств, лауреат многочисленных международных конкурсов, что, в общем-то, музыканту дает возможность посмотреть мир и обогатиться какими-то впечатлениями. Сейчас вас ждут ирландские впечатления. В лучах восходящего солнца исполняет Наталья Сергеевна Кравец.
лучах восходящего солнца нам на ирландские мотивы. А композитор-то, написавший на ирландские мотивы, сибирский, Владимир Кошелев, выпускник Красноярской академии, а сейчас Сибирская государственная академия культуры и искусств. А сейчас прозвучит тоже одного сибирского композитора, не будем говорить кого. «Моя норусская пляска» исполнит Екатерина Титова, ей 11 лет. Она замечательная тавристка из первой детской музыкальной школы города Новосибирска. Партия фортепиано Татьяна Кугаевская. Thank you.
почти родственник замечательного австрийского композитора Йозефа Гайдна. Вот, мы это отыскали через много веков. Это Семен Гайдарев. У него, чувствуете, одинаковое почти, что Гайдн, Гайдарев. Замечательный наш мальчишка, который тоже совсем маленьким, несколько лет назад, ну, был участником школы. И вот как он вырос. Приглашаю на сцену Семена Гайдарева. Йозеф Гайдн. Венгерская ронда. Александра Цыганкова для дома соло.
Вера Городовская, памяти Исии. Наш такой небольшой лирический центр представит, наша программа представит серьезный музыкант. Степан Осташко, партия фортепиано Татьяна Кобаевская.
я посвятил ребятишкам. Исполнит Виктория Фатина из города Томска. Чичков, концертина. Это такой небольшой, компактный, маленький концерт и произведение крупной формы для ребятишек. Написано, исполнит Кирилл Ефимов, партия фортепиано, Татьяна Кугаевская. Thank you.
Александр Цыганков. Мы уже один экспромт его слушали в стиле Паганини. Это, конечно, каприз для доброго соло, но экспромт — это, конечно, сиюминутно рождающийся по какому-то настроению. А сейчас настроение джазовое. Экспромт в стиле кантри. Исполняет Симонова Соня, партия фортепиано, Татьяна Боевская. Ленинградский композитор Анатолий Лоскутов очень популярен своим концертом. Он тоже детский, но очень-очень содержательный. Послушайте его в исполнении Ирины Никулиной. Thank you.
сейчас прозвучит произведение «Вальс», и вроде оно танцевальное, но на самом деле это знаменитая русская песня «По Муромской дорожке». Написал ее Александр Цыганков, и тоже она входит в такой, в общем, довольно устойчивый репертуар для юношества и для взрослых концертных исполнителей с интересными такими тональными отклонениями, красками, различными звуковыми эффектами, а исполнит замечательная исполнительница Даша Тягота. Thank you.
Александр Цыганков, вариации на тему цыганской мелодии «Мартинтя» исполняет Денис Пентелей, партия фортепиано, Thank you.
валенки – это культ для сибиряков. Название валенки. Конечно, для сибиряков очень важно вот это вот тепло и самозабвенная любовь к своему делу, какую продемонстрируют наши ребята, которые сегодня играли в концерт, и в завершении самые что ни есть русские озорные, плясовые, уральские и всякие разные наигрыши в обработке Александра Цыганкова исполняет Егор Быко. Сегодняшнего концерта я приглашаю на сцену и в том числе нашу дорогую, уважаемую, любимую Татьяну Викторовну Богоевскую, которая сегодня